Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас топ-10 из 12 каталога компании Oriflame. Я всегда отмечаю закладочками самые интересные странички и выделяю продукты, которые идут или по акциям, или особенно интересны, и для того, чтобы не забыть о них рассказать своим клиентам, потому что каталог огромный. И, кстати, 12 каталог — это именно тот каталог, из которого очень сложно выбрать, потому что столько классных продуктов, новинок, новых предложений. У меня вот, честно говоря, просто глаза разбегаются, и я когда выбирала топ, я 10 раз переклеивала закладочки, потому что это было непросто. Итак, начинается каталог с того, что у нас новая помада. И это не просто помада, это глянцевая помада Кушон серии The One. 10 новых оттенков. У меня уже на канале есть обзор этой помады. Она невероятно крутая, она такая приятная. И я ее уже, кстати, пользуюсь с момента, когда мне ее прислали, а это получается 2 недели, с таким удовольствием. У меня уже на нее есть заказы именно на этот цвет, почему-то именно он так нравится, чарующая роза, он невероятный, с приятным ванильным ароматом, который не навязчив, он не мешает, не, как говорится, не преследует долго и не перебивает аромат духов. Поэтому эта аромата, я думаю, будет сенсационная, и она понравится всем. Удобная форма нанесения, гладкая такая, глянцевая, губы блестят, губы увлажненные. Единственное, она отпечатывается. Если вы думаете, что вы будете носить ее с маской, то нет, точно нет. Если вы зачастую в маске, то лучше взять какую-то матовую помаду. И еще эта помада участвует в акции с ароматом. Вы получите за 199 рублей аромат All or Nothing Unique Accord. Nothing Unique Accord. За 199 рублей. Шикарное предложение. И нужно, чтобы была в заказе эта помада и еще продукты из каталога со страницы с 3 по 19 на 990 рублей. То есть вот помада на 399 рублей вы взяли, и еще на 600 рублей что-то с этих страничек по 13. А взять здесь есть что? Здесь и новая тональная основа, и страничка, которую я отметила. Это тоже новинка, новые средства для того, чтобы скорректировать лицо. Это многоцелевые праймеры. Смотрите, один будет цвета корректирующий, второй для сияния, и третий матирующий. Меня очень заинтересовал цвета корректирующий, зеленый, потому что зеленый отлично успокаивает кожу и перекрывает красноту. Если посмотреть, то сейчас это огромная такая проблема, когда купероз на коже, покраснение, кожа чувствительная, бывают какие-то неровности, и женщины все время мучаются. И здесь появляется целый флакон 30 миллилитров, то есть это не какой-то маленький незаметный, который быстро закончится, продукт, а 30 миллилитров его хватит надолго. Поэтому я думаю, что эти продукты будут очень популярные, и также и для сияния, и матирующий, который будет сглаживать, классно матировать кожу. Я думаю, что это будут такие вау-продукты. Еще я отметила страничку, у меня, правда, сейчас нет именно этих продуктов, серия Королевский бархат. У меня только осталось сейчас капсулы, нужно их будет использовать. Сейчас будет чуть-чуть попрохладнее, и я использую капсулы. Они идут без скидки в этом каталоге, но я вам все равно их покажу, потому что они у меня есть, эти маленькие рыбки такие чудесные. Смотрите, у меня даже ногти под цвет этих рыбок сегодня. Эти рыбки с маслами, и эти масла классно воздействуют на кожу, они ее укрепляют, подтягивают, кожа становится прям бархатистой. Но я хотела рассказать про те средства, которые со скидкой, и особенно обратить ваше внимание на бальзам. Бальзам невероятный, это интенсивно разглаживающий крем-бальзам 3 в 1, то есть его можно носить и как основу под макияж, и сделать с ним маску, и использовать просто как крем. Знаете, он крутой. У меня одна девочка написала из команды: я бы хотела, чтобы у меня была огромная банка такого бальзама, я бы мазалась полностью им, просто лицо и все тело, потому что он невероятно классный. Обязательно попробуйте, на него здесь огромная скидка, за 599 рублей всего этот бальзам. Следующая страница, я, конечно же, не могла пройти мимо этих новых продуктов, это просто бомба. Это специальные питательные коктейли для контроля веса. То есть
Сказать одним словом, мы жрем и худеем. Пусть грубо, но это так, я это ощутила сразу на себе. Сейчас расскажу, вы, наверное, будете смеяться: Лиля, да ты и так худышка. Да, я худышка, да, у меня нормальный вес сейчас 54 было, надо, кстати, взвеситься, у меня появились новые весы, сейчас буду взвешиваться. Так вот, смотрите, у меня огромная проблема, когда мы стали сидеть дома за компьютером, а это уже, извините, долго, полтора года, наверное, да, мы сидим безвылазно за своими компьютерами, меньше стали гулять, потому что когда я ходила в офис на работу, поверьте мне, я ходила пешком, и каждый день у меня 10 тысяч шагов легко получалось. И я много двигалась, я все время была в таком вот вертикальном положении, а сидя за столом, как бы провисаешь, и у меня начал расти живот. А еще Миша печет невероятно вкусный хлеб, он такой вкусный, что можно просто питаться одним хлебом. Так вот, мой живот, он вырос. И если раньше у меня всегда был идеально плоский живот, даже после родов, и крепкий пресс, то потом у меня все пропало. Оказывается, сидеть за компьютером — это не только приятно, но и опасно. Так вот, я начинаю пить этот коктейль. Я только заменила завтрак. 6 завтраков. На 6-й день, кстати, я уже увидела, что у меня стал плоский живот. Я это заметила, потому что это невозможно не заметить. Особенно, когда садишься и берешь вот так свое пузико, а там вот так вот прям руками берешь, а там вот так. А потом после 6 дней у меня просто этого нет. Ребят, это правда работает, поэтому просто попробуйте. Сначала я подумала, да никто брать не будет, 4500 банка, 21 порция, да я вас умоляю, у меня никто не возьмет. А оказывается, если посчитать, 21 порция, а еще можно сделать подписку, 3 штуки берем за деньги, 4 бесплатно, получается 130 рублей порция. Ну, конечно, если у вас есть дисконт в Oriflame. А, конечно, я всем, кто будет хотеть этот коктейль, я буду предлагать дисконт, потому что выгоднее намного. 130 рублей мой завтрак или обед или ужин, то есть можно заменить любой прием пищи или два приема пищи. При этом, смотрите, если вы будете два раза в день пить коктейль, то это будет эффект быстрее, но вам тогда не нужно пить витамины, потому что здесь очень богатый состав. То есть тогда вы экономите на витаминах, вы убираете wellness pack и пьете только коктейль. Представляете, как это здорово, вообще супер крутой продукт, очень вкусный. У меня уже, правда, здесь мало, еще дочка пьет, еще гости приходят, я всех пою, всех угощаю. Его разводить нужно только на молоке, либо коровье 1,5%, либо соевое или овсяное. Я еще с кокосовым пробовала, ну сладко получается с кокосовым, а так вообще вкус не сладкий. Если вы спросите меня, похоже ли это вот с нашим привычным коктейлем, который мы уже много лет знаем, клубничный, ванильный и шоколадный, вообще не похоже, по вкусу вообще другое, все другое. Поэтому попробуйте, если рядом с вами живет официальный обозреватель Oriflame, напроситесь в гости, придите, попробуйте заранее, этот коктейль уже можно попробовать. Так, следующая страничка про декольте. Я решила выделить эту страницу, я долго думала, что же взять, какой же продукт. Да, гель для шеи и зоны декольте. Можно сказать, что это один из моих любимых продуктов, потому что в 47 лет, мне 47 лет, я уже вижу, да что-то у меня такие пушистые сегодня волосы, они мне просто мешают. Я уже вижу, конечно, что шея уже не как в 25, и не как в 30, и не как в 40. В 47 лет все равно шея меняется, и уже появляются, да, какие-то изменения неприятные. Поэтому я налегаю на этот крем. И я даже уже не знаю, какой по счету у меня этот тюбик, здесь 75 миллилитров. Знаете, мне он чем нравится? Как он легко распределяется. Смотрите, у него такая текстура приятная. То есть он жиденький, такой легенький. Вот, если я возьму, капля не упадет, но все равно он жидкий. Он так приятно распределяется по коже. Легкое скольжение, я его распределяю везде, и реально шея выглядит лучше. Я даже видела недавно сравнение, девочка скидывала у нас в чате, она купила этот скульптор, сфотографировала свою шею и сфотографировала через 3 дня, и это было как будто два разных человека, без фильтров, без всего. Ребят, классно, вот прям вот морщинки разгладились за 3 дня, всего за 3 дня. Представьте, что будет, если пользоваться постоянно. Слушайте, чувствую себя прям рекламным агентом, но я правда люблю эти продукты, поэтому про них с таким удовольствием рассказываю.
Следующая страничка посвящается ногам. Мне кажется, вот ногам нельзя не уделять внимания. Многие говорят: а, некогда, быстрее бы там как-то голову помыть, лицо намазать. Да, ноги, ладно. Ребят, ну ноги нас носят. Ноги — это наше все. Если мы, да, мы на них ходим, на них вся нагрузка. Любите свои ноги, ухаживайте за ними. Я, например, сейчас полюбила себя вот таким кремом с авокадо. Слушайте, какой он классный, у него такой вкусный аромат. Я его, кстати, даже на ночь когда мажу, я и руки мажу, потому что он классно питает кожу. Он прям густой крем, смотрите, все, он не капнет, это густой, густой, жирненький крем, но он так классно впитывается в кожу. И вот достаточно просто сделать педикюр, хорошо поскрабить пилочкой, потереть, чтобы вот все убрать, всю мертвую кожу, и потом пользуйтесь просто каждый день этим кремом. У вас так долго не нужно будет делать педикюр, ноги будут мягкие, нежные, гладкие, и он очень вкусно пахнет. Я в принципе авокадо обожаю, я его ем с удовольствием и люблю все крема с авокадо, потому что я считаю, что это очень классный продукт. У нас, кстати, есть еще и масло с этим, с авокадо тоже. И дезодорант для ног. Слушайте, большой объем здесь тоже, 150 миллилитров. О, нет, тут будет 150, у меня 200. У него, его надолго хватает, и он классно дезодорирует ноги, и он дает такой вот как бы ментоловый холодок. Я им пользуюсь, могу нанести через капроновые колготки, если забыла, на чистые ножки, могу наносить даже когда я долго гуляю, у меня ужасно устали ноги и я не могу идти, я могу сесть на лавочку. Если у меня просто носочки, я их сниму, оботру ноги салфеточкой, дам высохнуть и нанесу спрей. Если же нет возможности снять капроновые колготки у меня, например, а не носочки, то я нанесу прям через колготки. Приходит сразу облегчение, просто практически моментально. У меня такая ситуация была с этим дезодорантом: ко мне приехала в гости мама, а я тогда только еще начинала заниматься Oriflame, еще толком не знала продукцию, но с дезодорантом я уже познакомилась. Приехала мама, и на ней были туфли, прям такие закрытые лодочки. Мы с ней посидели, чайку попили, она собирается уезжать, раз, а ноги отекли. Мы еще и чай попили, она посидела, уже вечер, и она не может обуться. Она такая: оуч, что делать? Я говорю: без паники, мамуль, давай. Я беру этот дезодорант, потрясла его, наношу ей на ножки, говорю: поболтыхай ножкой, чтобы она у тебя, смотрите, какая ловкая, не дала упасть, чтобы она у тебя быстро проветрилась и не было влаги. Она прям буквально села на табуреточку, я ей побрызгала, она так поболтыхала ножками, раз, и в лодочке нырнула. У мамы такие глаза огромные, она говорит: что это вообще, что это такое? Я, естественно, маме подарила этот дезодорант, с тех пор я ей постоянно его заказываю, покупаю, они с папой пользуются, и мы всей семьей пользуемся этими дезодорантами, они очень крутые, просто это спасители, и при этом они убирают все неприятные запахи. Также на этой страничке есть еще крема, вы можете выбрать любой, какой вам понравится, у меня были все, и мне все они нравятся. Следующее, кому я отдаю предпочтение, это зубные пасты и щетки. Почему? Ну, потому что продукт нужный, потому что продукт классный и потому что это новинка. Я, кстати, уже купила щетки и ту, и другую, а пасты еще не брала, закажу в следующем каталоге. Что получается? Если мы берем одну пасту и одну щетку, то скидка огромная, получается набор за 259 рублей. Какую выбрать щетку? Вот смотрите, у меня есть средней жесткости и мягкая. Я сначала купила себе любимый жесткую, вот эту, потрогала ее и говорю: я ей пользоваться не смогу. Ай, как ее достать без вреда для ногтей. Смотрите, они в принципе так выглядят одинаково, но здесь прям жесткая щетина, а здесь прям мягкая, классная. И, конечно, я эту отдаю Мише, а эту беру себе. Можно прям сегодня начать ими пользоваться. А еще мне понравилось, что у них внутри есть такие силикончики, я думаю, они будут хорошо массировать десны. Щетинки упругие даже у мягкой щетки, но она приятная, будет хороший массаж делать. А на задней части есть специальные такие трафаретики, как это назвать, выпуклости силиконовые, для того, чтобы почистить язычок.
Классные щетки, слушайте, я в восторге, просто мне очень нравится. Поэтому у меня уже заказывают эти наборы, и заказывают их много. Кто-то берет сразу по два, по три набора, потому что это выгодно и классно. Так, дальше следующий разворотик для рук. Как же я могла забыть про наши руки? Слушайте, у меня сегодня прям все охватилось: ноги, руки, зубы, крема для рук. Слушайте, такой выбор, такое разнообразие, еще и перчатки, еще и гель антибактериальный. Я вам сейчас покажу крем, который я недавно себе приобрела, и он меня просто радует. На 95% натуральной серии Beautanicals, 50 миллилитров, но это такой крутой крем. Я им уже, кстати, помазала руки, попробовала, и я вам скажу, что это прелесть. Во-первых, аромат, я от этой всей серии просто испытываю удовольствие. Экстракт жимолости меня сводит с ума, насколько это приятно пахнет. Крем классный, он густой, не забывайте мазать вот эти места, где у нас сгибы, потому что здесь очень заметные появляются морщины и заломы, и нам надо с ними тоже справляться. Я не экономлю никогда крем, если уж я мажу вместе с локтями обычно. Это удовольствие. А еще здесь есть крем антивозрастной, интенсивный, который уберет гиперпигментацию. Да, уберет вот это все, как у меня знакомая говорит, гречку. Уберите мне, говорит, эту гречку с рук чем-нибудь. Да, он классно убирает гречку, поэтому можем смело рекомендовать женщинам, у которых вылезла после лета пигментация. Следующая страничка. Я решила все-таки, что это будут серия Vitacare. Потому что у меня у самой закончились все эти гели, у меня их разбирают как горячие пирожки, мне даже нечего вам показать, у меня есть только кусочек мыла и все. Итак, в этой серии есть три вида гелей, три вида ароматов: цитрусовый сладкий с апельсином, цитрусовый с кислинкой, с лаймом, и макадамия сладенький, и три мыла. Гели по 79 рублей, 250 миллилитров объем, и мыло, в принципе, кусочек такой хороший, здесь 65 грамм, то есть нормальный кусочек, хватает его надолго, и мыло хорошее. Я беру себе такое, нам нравится, поэтому я его смело всем рекомендую. И это еще не все, я отметила страничку, к сожалению, пока я не могу вам показать эти продукты, но я их хочу себе заказать. Это детская серия с клубникой и с яблоком, пахнет классно. Я потерла странички, я просто, когда первый раз увидела, я просто визжала. Мне Миша говорит, ты как маленькая. Я говорю, да, ну как еще можно, это же так вкусно, невероятно вкусно. И здесь будут детские шампуни для волос и тела, детское мыло и мочалочка, по-моему, да, мочалочка. И последняя страничка — это маски. Я мимо этих масок никогда не прохожу. Здесь три вида масок и всего 59 рублей, но у меня остался только один вид. Буквально вчера у меня была клиентка, забрала все, и я ей отдала, потому что я знаю, что они будут со скидкой уже в ближайшее время, а три, которые у меня остались, мне хватит надолго, поверьте мне, одного пакетика мне хватает на два раза. Давайте с вами сделаем математику, посчитаем: 59 рублей на два раза, то есть 30 рублей на один раз, а еще отнимите 20%, если у вас есть скидка консультанта, получится еще дешевле. То есть 30 рублей, чтобы сделать себе такое мега питание крутое для волос, чтобы ваши волосы отдохнули, насладились, получили и увлажнение, и блеск, и удовольствие от этих ароматов. Это вот все ароматы крутые. Манго очень вкусный, но банановое еще вкуснее, а с авокадо это вот что-то из ряда вон выходящее. Все маски очень классные, поэтому заказывайте, пробуйте и рассказывайте всем, какие есть классные маски в Oriflame. А если вы любите путешествовать, представьте, как удобно брать с собой в дорогу такой легкий классный пакетик, вам хватит на два раза. Если вы едете на неделю, то одного пакетика вам хватит, два раза помыть голову. А если волосы короткие, то на три раза хватит, потому что мне хватает половинки буквально на все полотно волос, а волос у меня нормальное количество. Все вам рассказала. Пишите, какой у вас топ из этого каталога, что вы выбираете, что вы будете рекомендовать, задавайте вопросы. А если у вас до сих пор нет дисконта в Oriflame, напишите мне, я вам помогу оформить подписку. Всего за 99 рублей, и у вас будет возможность не только пользоваться классной косметикой, классной продукцией, а еще и зарабатывать. Я вас всему научу.
До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! Кстати, сердечки ставите? Не забывайте! Пока!